Ага, они увидели меня сразу, ребята. Они сразу меня увидели. Ой-ой-ой-ой. Быстрее, быстрее догоняй. Быстрее. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в Zombie Catchers. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте пойдем. Так, охотники на зомби, мэм, давайте, что у нас здесь? Ага, у нас задачи. Продать что-нибудь на 90, купить экипировку и улучшить зомби-выжималку. Ну, ребятки, мы уже с вами зомби-выжималку улучшили. Собственно, зеленую, да. И... или желтую. А, желтую, все, да. И зомбики найдены. Нам нужно для того, чтобы купить экипировку, нужны денежки. Наверное, да. Нужно еще 400 монет. Так что давайте пойдем ловить, собственно, зомбиков. Так, зомбики обнаружены. Так, отличненько. Поехали. Ловить зомбиков. Так, ну что ж, ребятки, давайте, собственно, приступим к процедуре истребления зомби. Так, мозг бросили, ждем, ждем, ждем. Ага, это этот нехороший. Этот нехороший, он мало того, что кинул в меня, ребята, он еще и в защите специальной, которую тяжело разбить. Ой, змея, змея, надо убегать, вы видели? От змеи всегда надо убегать. Так, отличненько, ребятки, мы его словили. Так, ну давайте этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не успею словить, что ли, его? Да, не успел. Ну, ничего, ребятки. Чуть-чуть я не ожидал, что он молоток полетит прямо в этот момент. Так, отличненько. Всего этого поймали. Так, остался один зомби. Вот он. Иди сюда, малыш. Вау, мимо, мимо, ребятки, подождите. Давайте, опа, отличненько, поймали. Все, супер. Так, все, дорогие друзья, мы сделали это с вами с легкостью. Так, ну что ж у нас здесь? Давайте перейдем в кафе, наверное. Так, перейдем в кафе и будем продавать зомбиков. Будем продавать, то есть, коктейли. Так, здесь ничего не сделаешь, здесь сделаешь. И здесь тоже ничего. Так, одна, это давайте можем за один этот увеличить скорость. Так, ребятки, а денег мне все равно не хватает. 1500 на экипировку, чтобы купить. Да? Ага, да, не хватает. Это означает, ребятки, или хватит оно? Давайте посмотрим. Нет, ребяточки, не хватило совсем немножечко, так что давайте, собственно... Зомби обнаружены. Начнем, собственно, их ловить. Так, отличненько, ловить зомбиков. Погнали. Так, ну что ж. Вау-вау-вау, охота началась. Так, стой-стой-стой. Ух ты, такая коряка здесь, видите, ребятки, какая-то. Ой, змея-змея-змея, подождите. Змею надо уничтожить. Да что ж ты будешь делать? Зомби убежал, ребята, быстрее-быстрее догонять его. Надо быстрее его догнать. Вот так вот, отлично. Так, где-то там змея ползала. Давайте ее сначала убьем, потому что она нам только будет мешаться. Так, один зомбик есть у нас, дедушка желтенький. Мы поймали. Так, второго сейчас. Ах ты такой, подлец. Ах ты ж такой, я не знаю, сколько раз в него надо ударить, чтобы его поймать. Ай-яй-яй, еще и летучая мышь нас ударила. Да что ж ты будешь делать, а? Так, бросаем, давайте, мозг, ребяточки. И прячемся. И этот одетый, в железо только. Да что ж такое, этот убежал в лес. Это все вот это виновата летучая мышь. Да что ж ты будешь делать, а? Так. Во всем виновата, ребятки, летучая мышь, которая нам помешала здесь все сделать. Так, ребятки, ну что ж здесь у нас? Так, ребятки, здесь мы... Так, давайте зомбиков, собственно, начнем давить. О, отличненько. Все, ребята, денежка пошла. Теперь давайте... Все, ребятки, наши задачи практически выполнили. Нам осталось купить экипировку. Все, экипировку мы купили, ребятки. Все, просто супер. И это означает, что мы сейчас с вами переходим на новый уровень.
Так, новый уровень, 10-й, ребятки. Новое, это продукт. Это, короче, какие-то жевательные конфеты или сосательные с, для, от зомбиков и плутония 2. Это вообще. Так, ага, продать товары. Продать сосательную конфетку. Улучшить мощность своего... И увеличить время полета. Увеличить время полета, мощность своего реактивного ранца. Хорошо, ребятки. Отлично. Так что погнали. Зомбики найдены, нам говорят наши дроны. И мы с вами с легкостью сейчас приступим. Ага, вот он. Это транквилизатор, ребятки. Так, ну пока улучшение недоступно. Так, транквилизатор мы берем. А как же, конечно. И сейчас посмотрим, что мы сможем транквилизировать ним. Так, поменять оружие. О, транквилизатор, видите? Так, ну что, бросаем мозг. И убегаем. Ого! Одетые зомби. Одетые зомби, ребят. Как так-то? Куда вы? Куда вы убежали-то? Да что ж ты будешь делать? А нельзя никак переиграть этот уровень. Покинуть уровень. О, давайте покинем уровень и заново его возьмем, потому что я с самого начала не ту кнопку нажал, ребятки. Так. Где у нас главное меню? Ага. Кафе. Так, ну что ж, давайте, ребятки, перейдем в зомбики наши найденные. Давайте перейдем, посмотрим. Так, транквилизатор мы взяли, все, давайте, потому что в прошлый раз у нас немножко не получилось, я... Просто нажал не на те клавиши, что нужно. Так, и здесь мне ничего не остается, как... Ой, нечаянно, подождите, не ту клавишу тоже нажал. Бросить мозг и посмотреть, кто же вылезет. Ага, они увидели меня сразу, ребята. Они сразу меня увидели. Ой-ой-ой-ой. Быстрее, быстрее догоняй. Быстрее, быстрее догоняй. Быстрее. Ай-яй-яй-яй, убегут же ведь. Да что ж ты будешь делать? Убежали. Два зомбика потерял. Да как так-то, а? Скажите, ребят, как так-то вообще возможно? Я вообще-то забыл поменять оружие. Должен быть вот этот транквилизатор. Опа. Ой-ой-ой, он все равно меня ударил. Я же прыгнул вроде. Я же вроде прыгнул-то, а? Да что ж такое-то? Ого, ребятки. Все, ребята. Транквилизатор подействовал, мы ему в попу сделали укол, и его сейчас забирают. Ха-ха, все, сделали. Так, осталось нам два зомбика забрать, ребятки. Вот они, где-то тут. Давайте бросим мозг. Ой-ой-ой-ой, забыл. О, папа, все, отличненько. Все, теперь мой друг их заберет. Все, отличненько, мой дружбан его забрал. Все, давайте перейдем в кафе, посмотрим, что здесь у нас теперь. Так, а здесь у нас теперь, дорогие друзья, что у нас тут? Нам нужно увеличить мощность. Так. И конфету нам надо сделать, да? Давайте сделаем, пускай зомбики выжимаются. А также давайте сделаем, пускай здесь выжимаются. Но здесь нету. Так. Отличненько. Так, конфету-то нужно продать нам, ребятки. Ее же для начала где-то нужно взять. Или что? Я так и не понял. Мне нужно продать одну конфету. И мне нужно продать... Увеличить время полета мне нужно. Так, дроны, дополнительная экипировка. 800. Увеличить мощность и дальность. Давайте совсем еще немножко вам осталось, ребятки. Побыстрее давайте, делайте сочки свои, и я забираю. Все, ребятки, отлично. Теперь смотрите, что мы делаем. Все, покупаем здесь улучшение. Осталось нам увеличить мощность, которая стоит 800. Это довольно-таки прикольно. Так, здесь еще одна минута, пускай я плутоний не буду тратить, потому что, ребятки, я уже дотратился до такой степени, что просто у меня не хватает даже время пропустить. Видите, 2 штуки не хватает, чтобы пропустить и не ждать этого
зомбика, который будет пока что что-то делать нам. Зомбика, говорю, этого. Дрона. Так, все, теперь нам надо подождать, пока дрон все сделает, чтобы мы заработали денег и купили экипировку улучшенную. Так, ребятки, ну что ж, зомбики обнаружены, так что давайте, собственно, приступим их ловить. Так, ну что ж, зомби-кетчерс, погнали. Вау, так. Охота началась, давайте кинем мозг. Убегаем. Ага, вот он, ага. Ага, ребята, давай, иди сюда. Зря я там мозг оставил, я теперь не смогу. Ребятки, я теперь не смогу. Да что ж ты будешь делать, иди сюда. Теперь тот зомбик от меня убежит, ребятки. Давайте убьем летучую мышь, наверное, все-таки. А, нет, не убьем, не сможем. Его нас ждет зомбик, ребята, видите? А чем его заманить можно? Мозгом? Услышит он мозг? Запах мозга это. А, это эти услышали. Как-то я немножко не рассчитал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое-то, а? А где он, убежал, что ли? Да что ж ты будешь делать, ребятки? Убежал. Вы представляете? Или нет? А, нет, вот. Ай. Тихо, рано. Ага, так вот мы мимо. Мы уклонились от молотка его. Да что ж ты будешь делать, а? Убежал, ребята, убежал, вы представляете? Я думал, я смогу его догнать. Вот это да. А он, оказывается, убежал. Надо брать лучше ловушку ту и брать другое оружие. Потому что очень тяжело вот это им оружие. Надо другое оружие брать. Так, ребятки, ну что ж тут нам пишет, короче. Все, давайте продадим тут все. По-быстренькому, как говорится. Так, пускай продается, а мы купим сейчас, сколько нам надо купить улучшения для экипировки. За 800, ребят. Сейчас мы тогда купим. А что насчет конфетки, дорогие друзья? Я даже не знаю, как быть. Что нам делать с конфеткой-то? Ладненько, давайте ускорим. Пускай быстрее продаются наши коктейли. А, все, ребятки, понял, смотрите. Мы покупаем все, мы купили, ребятки, вот эту, короче, штучку. Это, короче, какая-то, которая делает... Так, сейчас узнаем, давайте прочитаем. Свежевыжатое желе, это ж полная чушь. Да кого это волнует, просто сделай наклейку. Не содержит ГМО. Все, это желе, ребятки, я думал, это конфета, а это, оказывается, желе. Так, ребятки, для создания желе нам нужен зеленый и желтый зомбик. Ага, понял. Так, так что давайте, дорогие друзья, собственно, перейдем в поиск. Сейчас дрон нам найдет зомбика, и мы с вами сделаем это обязательно. И пройдем таким образом этот уровень. Так, ребятки, ну что ж, зомби наши уже найдены, так что давайте перейдем, собственно, и начнем их уже ловить. Не хочу, хочу сетемет вот этот, потому что у меня нету больше просто слов. Так, ну что ж, дорогие друзья. Погнали. Так, ну кто тут у нас? В сети попадется в наши. Готовы? Ай-яй-яй! Так как так-то я опять пропустил удар-то, а? Вот это зомбики. Так я же взял сетемет. Да что ж ты будешь делать, а? Плохо, значит, взял. Так. Давайте летучие мыши пропустим, пускай уже ползут. Давайте убьем змею, потому что она нам только мешается. Опа, отлично. А так мог бы я троих поймать, ребятки, если бы не моя ошибка. И было бы все отлично. И вопрос бы, я думаю, был бы мой решен. Но ничего страшного, дорогие друзья. Давайте перейдем в лобби и посмотрим, что здесь у нас. Так, мы теперь, ребятки... Делаем конфету, наверное. Нужны еще... Кто? Ингредиенты, ребята. Нам еще нужны ингредиенты. Ага. Понял. Все, значит, пойдем дальше ловить зомбиков.
Так, ребятки, ну что ж, продолжаем искать дальше зомбиков и погнали. Так, давайте только сразу возьмем сеточку, чтобы мы с вами никак не определялись. Все, сегмент мы взяли с вами, и таким образом мы сейчас с вами наловим много зомбиков. Потому что нам для изготовления желе надо, короче, так, ну, этого мы, наверное, зомбика обычным этим сможем ударить. Давайте бросим и посмотрим. А это обычные лимонные зомби. Ой, куда что он так... Убегает от меня. Иди сюда. Обычный лимонный зомби никому не вредит. Опа, ребятки, видели, как мы с легкостью преодолеваем препятствия. Так, для этих троих зомби... Так, давайте сейчас сначала убьем летучую мышь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я бросил мозг вместо того, чтобы убить летучую мышь. Опа, ой. Да что ж такое-то, а? Подождите, подождите. Да что ж ты будешь делать, а? Ладненько. Опа, отличненько. Все, мы с вами убили его. Так, давайте поменяем оружие. И теперь в сеть мы поймаем вот этих троих остальных. Так, я так понял, это у нас уже конец. И мы не сможем, да? Хорошо, тогда бросаем мозг сюда. Ага, все втроем попались, отличненько. Отличненько, ребятки, все, теперь мы 5 зомбиков поймали с вами. Отличненько, все, и уровень прошли, всех зомбиков поймали, круто. Так, 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 ну что ж, переходим в наше кафе, ребятки, и давайте приготовим наше замечательное желе. Так, ну что ж, желе у нас где? Вот, все, ребята. А, желе у нас будет готовиться очень-очень долго. 20 плутониев, чтобы пропустить. Желе у нас будет готовиться, ребятки, 40 минут. Так, еще что мы можем? Ну, пока что ничего. Там еще у нас осталось 5 минут. Здесь мы улучшим в следующий раз мощность нашего двигателя, чтобы продолжать нашу замечательную игру. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Ну что ж, я желаю вам много-много всего самого-самого отличного, самого-самого хорошего. И хочу вас попросить, дорогие друзья, чтобы вы подписались на мой канал, поставили пальчик вверх и обязательно оставили какой-нибудь комментарий. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующих выпусках Zombie Catchers. Пока-пока.